This is Steve Beats. Prepare for launch in 3, 2, 1. И уже, естественно, на следующий год мы понимали, что если мы смогли занять второе место, то у нас есть все шансы как бы и занять первое место. И мы весь год прямо упорно готовились, потому что знали, что можем это вот выиграть. На тот момент, мне кажется, 19 лет выиграть чемпионат мира – это что-то за гранью. В любом случае, когда ты становишься на пьедестал, в любом случае это такие позитивные эмоции, тебе хочется дальше идти, ты загораешься от этого все больше и больше. Один из учеников, у меня есть, его родители с 8 лет отпускали со мной по доверенности, с 8. И самое интересное, они сделали доверенность, мы подъезжаем, забираем его, мама такая дает, говорит, вот, смотрите, Вячеслав Степанович, здесь, получается, все таблетки, что необходимо, у него все это есть. А с другой стороны листочек, смотрите, у нас на диете, ему что можно есть, и что нельзя. У меня такие глаза были просто вообще, я думаю, ого. Нужно развивать ребят, и нужно им показывать, насколько можно круто танцевать и к чему это может привести. Он хороший, добрый. Этот тренер научит танцевать не только хип-хоп, но и многое другое. То, что нравится не только ему, но и нам всем. Наш тренер!